Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Задача 984. Нам даны точки А и Б. И нужно найти множество всех точек М, для которых выполняется равенство АМ квадрат минус БМ квадрат минус равно К, где К – некое заданное число. А АМ и БМ – это расстояние между точками АМ и точкой БМ. Введем систему координат таким образом, чтобы начало координат совпало с точкой А, а точка Б оказалась на оси Х. И теперь введем обозначение АБ равно А, и тогда координаты точек у нас будут такие. Точка А совпадает с началом координат, значит 0, 0. Точка Б, ее координата Х – это длина отрезка АБ, он у нас равен А, значит А – 0. И точка М у нас, конечно, имеет координаты Х, Y, они неизвестны. Теперь найдем эти отрезки АМ как расстояние между двумя точками. Оно будет равно разность координат x, x минус 0 в квадрате, плюс разность координат y, точка m координата y, y, точка a координата y, 0 в квадрате. Это равно корень квадратный из x квадрат плюс y в квадрате. Теперь найдем расстояние bm как расстояние между двумя точками B и M. Тогда оно будет равно корень квадратный x минус A в квадрате и плюс разность координат Y, Y минус 0 в квадрате. Это будет равно корень квадратный из x минус A в квадрате и плюс Y в квадрате. И теперь подставим полученные выражения для АМ и БМ в наше равенство, которое дано в условии. И получим АМ в квадрате – это х квадрат плюс у в квадрате. Теперь минус БМ. БМ – это будет х. Ну, давайте все в скобки возьмем, чтобы не ошибиться со знаком. Х минус А в квадрате плюс у в квадрате. Это все равно у нас по условию k. Тогда откроем скобки. X квадрат плюс y квадрат остается без изменения. Открываем скобки и открываем вторые скобки сразу. И у нас получится минус x квадрат. Тут у нас, если мы первые скобки открываем, получается минус 2ax. Минус 2ax. Значит, минус на минус будет плюс 2ax. Дальше у нас будет плюс а квадрат. Значит, это будет минус а квадрат. И у квадрат будет с минусом у в квадрате. Равно к. И теперь смотрим. Х квадрат плюс, х квадрат минус сократятся. У квадрат плюс, у квадрат минус сократятся. И у нас останется плюс 2ах минус а квадрат равно k. Но мы можем преобразовать это уравнение. У нас получится 2ax минус a квадрат минус k равно нулю. И можем еще преобразовать. Ну, поскольку у нас... Ну, вот так давайте запишем. 2ax минус a квадрат плюс k равно нулю. И разделим наше уравнение на 2а. Ну, поскольку это мы можем сделать, поскольку если у нас а равно нулю, то тогда у нас отрезок аб, как бы его не существует. Точки а и б совпадают. Значит, у нас 2а не равно нулю. Тогда у нас получается x минус а квадрат плюс k деленное на 2а. И 0 разделим на 2а, это будет 0. И у нас вот это выражение а квадрат плюс k и деленное на 2а, это у нас некое число. Можем его обозначить k1. И тогда наше уравнение принимает вид x минус k1 равно 0. А это у нас есть уравнение прямой. Получается, что прямая описывает
все множество точек, для которых выполняется равенство АМ квадрат минус БМ квадрат равно К. И поскольку координаты Y в этом уравнении отсутствуют, то у нас это уравнение будет описывать прямую, которая параллельна оси Y и проходит через точку X, равная К1. Единственное, что мы можем сказать, если А квадрат плюс К у нас равно нулю, то тогда x будет проходить через точку 0 по оси АХ, и тогда эта прямая будет совпадать с осью Y. А если у нас, это первый вариант, и второй вариант, если у нас А квадрат плюс К не равно нулю, ну, тогда это будет просто прямая параллельная x равно К1, будет прямая параллельная оси Y. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных задач на нашем сайте. И если у вас появились вопросы, предложения и пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.